Привет, добро пожаловать в следующий час. Давай сыграем духание огня. Тарай. Хорошо? Yeah. Обратно, пожалуйста. Потому что это нет никаких что-то не будет. Не будет интересной вещи там. Хорошо. Это мое село. Он сказал, я не видел тебе здесь. Откуда, мальчик? Я должен, но это хорошо, если говоришь с людьми. Иван, его отец Ганнер. Священник этого села был всегда father, отец Халк. What? Что? Вы сказали, что вы что, сын священника? О, вы что-то? Обманщик. Вы обманщик. Санкт-Эва будет будет дать наказание тебе. Наказать тебя. О, что ты делаешь? Ты вор. Вор. Иди прочь отсюда. Чип. О, гад. What happened to all these people? Кто это мальчик? Очень странный мальчик. Это пугает меня. Ты сирота. А если у тебя, если тебе некуда идти, иди в церковь Санкт-Ива. Не откажет тебе. Это было, это первый... первое задание, что мой выделал. Это мое дом. Но это нет мой дом. Потому что... О, унитаз. Да, сейчас она покажет. Ванна. О, это священник, но это священник не мой отец. Это святой отец Бог. Он сказал, что пожалуй, молодой мальчик, добро пожаловать в дома Санкт-Ива. Вы еще нет семьи, но не что-то пугиться. Ничего не пугайся. Церковь никогда не будет отказать что-то недешевле бедным детям, как тебе. Даже если вор. Хорошо. Подумаете это так своего дома и отдыхаете. Что ты очень добрый, светлый отец. Иво! I have no idea what the hell is that. Yeah, это очень плохое что-то. Это плохое переводение. Потому что хипое, когда что-то бросаете. Когда бросаете, хип-хоу!
Но это когда приступаете, что когда из сна просыпаетесь, он так сказал это. Он сказал, очень дешевле место, я догадываюсь взять эти что свечки. Why would you do that? Привет. Привет. Это не нужно, не нужно ничего не сказать. Тебе как меня, нет? Ты притворяешься как бедного дети. И выходит в церковь и украешь все, что сенные вещи, кем что может. Но это место без сына. Мой должен пойти на что большие села. Я пойду другую селу. Будет отстация. Mm-hmm. Будет отстация здесь? Yes, no. Нет? No. Ничего нет. Хорошо, пойдем. Давайте пойдем большую селу и украем и ставим богатством. Разбогатеем. Well, that's to get rich. Разбогатеем. Меня зовут Бо. Приятно познакомиться, чувак. Соединилась со мной. He's gonna walk. Хорошо. Выходите из Серкова. Святой отец ничего не сказал, когда не, мы вышли. Потому что во сна. А, он так сон. Спит. А если питаетесь, говорят с ним, это будет спать. Во. Во. О, нет. Это выглядит, что это будет дождь. Вау. Вау. Вот и дождь. Это льется. Мы можем найти место, где мы можем избегать дождя. Хорошо. Да. Это очень удобно, нет? О, потом очень темный. О, свечка. Я могу использовать свечку. Хорошо, все в порядке. Пойдем. Что это? Что это? Давай последуем. Хорошо. Это может быть не хорошим идея. Потому что я подняюсь.
догоняюсь. Догадываюсь, и что это очень... Ой, это монстр! О, а это, что это кристалл? Это кристалл, это подрождение освещения другой стороны. Это так, что-то называется, когда это филиатами. Это что-то, это так, убийство, так, священник. Он сказал, что вы сказали, что вы избиранец. Вы сказали, что вы это дети для этого, этой мети. Хорошо. Это от... Докажи меня. Не, просто так бывает. Вперед, Иван. Покажи мне, как ты откроешь вороту. The Destined Child. In Bachaye Sarneveshti. Sarneveshuda. Ребенок судьбы. И это когда ты узнаешь силу Бога. И ласк. Это как приступается из Геленая мечты. Но сейчас отец и сестра исчезнули и ничего не признал его. Он мечтал о ужасном монстре, который что уничтожил свое сердце и свое тело. Но это остается просто мечта. Сон. Сон, whatever, shut up. Но это зрение отстается сильно в глубоком куцов мозга. Он слышал это, называется это другие мир. Это мир, whatever, мир темность. Он идет и близко. И это темность. Сказали добро пожаловать. Вы это одна, это судьба, это демон скричал в своем сердце, он признал, что это верно. Но в этот момент реальность исчезает, и это сон уформирует. Я знаю, что это бизнес-тень для тебя, потому что, конечно, в начале этого видеоигра очень много что-то есть. Что-то есть секрет. Секреты. Что произошло с семьей, с отецом, с сестрой. Что, почему и никто его в своем силе не признали? Mm-hmm. Не признали идентность господин что-то Иван. Но это 10 лет спустя. Вот, хорошо. Элдер, пир. Мудрец. Пожалуйста, дайте нам работу. Полный квалификатор. Мы полный квалифицированный работники сейчас.
Я знаю. Вот, это работа для того, для тебя. Дай подумать. Что? Найти животного. Домашнего животного. О, вы не хотите сделать эту работу? Конечно, я не хочу делать этого. Такое сильное. Не, like, безумный, смущный, несерьезный. Такая несерьезная работа, как это. Кроме того, ты должен быть тупым, чтобы потерять своего домашнего животного. Сэр, эти мужчины, кто-то будет найти мое домашнее животное? Майна. Майна. Хорошо. Это мне казалось, что они хотят сделать работу. Подожди минутку. Никто не сказал, что мы не будем этого делать. Мина, можете оставить это мне, чтобы найти твою домашнюю животную? О, хорошо, спасибо большое. Мудрец. Оставь это нам. Все будет хорошо. Хорошо. Оставляю тебе. Вам. Пожалуйста, искайте мой Сузи. Я буду видеть вам. Later. Позже. До свидания. I'll see you later. Mm-hmm. Пожалуйста, мудрец, оставь это нам. Мы будем очень счастливы помогать такому красивому девчонку найти ее животного. Но мужчина рассчитанный мужчина. Хорошо, пытается. Let's try your best. Старайтесь. Я очень рад сейчас. Пойдем, Иван. Пойдем. Давай покинем эту силу и спросим вокруг. Хорошо, это достаточно. У нас есть сейчас очень огромная мечта, чтобы мы найдем домашние животные мины. Называется Сузи. Это хорошо, и сейчас, к сожалению, видеоигра она сказала нам о чем занималась эта группа через 10 лет. Но это нет проблема. Но это проблема, что это главная причина, что мне нравится эта видеоигра, потому что в начале видеоигры это ударило нам с многими секретами. Я хочу
Я хочу знать, почему, что случилось с моей семьей, с моим что-то селом. Ну, хорошо, это достаточно для сейчас. До свидания. Задолго.